Всем привет! Сегодня приготовила очень вкусный и простой в приготовлении салатик со свеклы. Но там не только свекла, есть еще продукты. Рецепт я напишу в описании под видео. Получается он безумно вкусный, но во всяком случае моей семье он очень нравится. Также готовится быстро и просто. Давайте теперь посмотрим на продукты, которые нам нужны, и на его приготовление. Для салата я приготовила свеклу. У меня свекла отварная, но также можно ее приготовить в микроволновке, если вы готовили уже, или же запечь в духовке. Свекла у меня сочная, поэтому когда я ее натру на терке, я ее немножко отожму. Вот. Отварные яйца, соленые огурчики, чеснок, еще мне нужен будет перчик, ну, если понадобится соль и майонез. Сразу свеклу натираю на крупной терке. Вот видите, она у меня очень сочная, поэтому мне нужно ее немножко отжать. После того, как отжала сок, сейчас буду нарезать яйца. Яйца нарезаю кубиком. И отправляю к свекле сразу. Теперь нарезаю соленый огурчик также мелким кубиком. На мелкой терочке натираю чеснок. Можно, конечно же, пропустить его через пресс. Добавляю сюда черный молотый перчик и немного соли. Все это делаю по вкусу. И сюда сразу добавляю майонез. Можно добавить чуть-чуть горчицы, ну, если это вам нравится. Теперь все хорошо смешиваю, и салат готов, можно подавать к столу. А у меня на этом все. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока и до следующего видео. Не удержалась, чтобы не попробовать. Вы знаете, я бы сюда добавила еще побольше чеснока. Но сказали, не надо много. Да я вообще, я люблю и чеснок, и лук, поэтому я всегда себе добавляю побольше. Очень вкусно.